Не поделили диван. Спор вокруг этого предмета мебели привел к тяжкому преступлению. Житель Мотовилихи расправился со своей возлюбленной. Мужчина воспринял как предательство то, что женщина не сдержала обещание подарить ему этот самый диван. Жили то вместе, то порознь. В общем, так называемый гостевой брак. Преступление произошло в квартире женщины, расположенной в одном из этих домов. Ее навестил гражданский муж. Не увидел на обычном месте диван, из-за чего пришел в ярость. Ссора произошла из-за дивана, который продала сожительница, которая пообещала диван ему. В свою очередь он продал свой диван, который был у него. Он посчитал это предательством. Возник конфликт, в ходе которого он задушил свою сожительницу. Обвиняемый сам явился в органы внутренних дел и сообщил об убийстве. Установлено, что ранее он уже поднимал руку на свою подругу и даже был осужден за причинение травм. Но женщина простила обидчика. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Непонятно, как по такому малозначительному поводу, как бэушный диван, могла разгореться смертельная ссора. Ведь преступники и его жертва не были асоциальной парой. Каждый имел по своей квартире работу с хорошим заработком. И главное, никто из них вообще не употреблял алкоголь. Возможно, ответ на этот вопрос даст назначенная в отношении обвиняемого психолого-психиатрическая экспертиза. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.